Наташа, расскажите, пожалуйста, что же такое тета-хилинг и в аспекте этого семь планов бытия? Что же это такое? Да, конечно. Значит, когда тета-хилер входит в состояние, тета-состояние, он, так сказать, соединяется своим сознанием с седьмым планом бытия. Он входит в состояние в энергии безусловной любви. И когда мы говорим о седьмом плане бытия, да, то, конечно, сначала нужно рассказать и о шести предыдущих. Поэтому давайте коротко я пробегусь по всем планам бытия, чтобы понять вообще, о чем идет речь. Хорошо? Абсолютно верно. Итак, понятно, что у нас жизнь развивается, да, формы жизни усложняются, и есть такое разделение, то есть вот именно Виане Стайбл, создательница метода, пришла такая информация, она структурировала, четко сформулировала такое понятие, как планы бытия.